Наконец-то у меня дошли руки до тюльпанов. Я заказала их по интернету. Вот они мне пришли. Есть, конечно, некоторые вопросы к ним. Вот, но я немного задержалась с их обработкой, поэтому вопросы могут быть и ко мне. Тюльпаны надо обязательно пересмотреть, зачистить все подгнившие места, которые нам не нравятся, их посрезать. И ложим дезинфицирующее средство. Кстати, это сейчас я обрабатываю белый тюльпан семейный. Он называется Weisse Berliner. У меня мало белых тюльпанов, я решила еще себе добавить. И мне очень понравились семейные тюльпаны. Вот. Это когда на одном стебельке несколько цветков. Но сама по себе луковица не такая уж плохая. Приходила мне и похуже. Вот, есть детки. Вот, это радует. Поэтому зачищаем. Здесь осматриваем. Для этого, кстати, мы шелуху и снимаем, чтобы увидеть все недочеты в луковицах. Вот. Вот луковичка и неплохая. Есть некоторые нюансы, но поправимые. Почти ничего не пришлось зачищать. А здесь уже похуже. Ну, скорее всего, хранили их где-то во влажном помещении. Поэтому там, где были ранки при выкопке, сделанные у тюльпанов, вот, появилась плесень. Плесень – это не критичная, это не болезнь, а именно неправильное хранение. Все это зачистить и потом все это продезинфицировать в специальных средствах для луковичных. Я иногда использую, если забуду купить, и марганцовку, крепкий раствор. Иногда просто вот эти, если мало срезов сделаю при зачистке, то можно просто зеленочкой смазать, все это высушить. И на полчаса вот, дезинфицирую. Луковицы не маленькие, хотя другие сорта мне пришли покрупнее луковицы. Но вот сейчас очередь у меня дошла до белых. Заказывала я упаковки, в которых было по 10 луковиц. На них была скидка. Мне эта скидка очень понравилась, поэтому... Цена вопроса меня просто обрадовала. Ну, в принципе, не так уж плохо, как могло бы быть. Все мы зачистим. Вот. И дезинфицирующий раствор. Раствор у каждого свой. У меня такой, который вы сразу узнаете. Сейчас по цвету я вам покажу. Название говорить не буду. Вот. Количество луковиц соответствует заявленным продавцу. Вот, пришла ко мне Котя помогать. Где ты, Котя? Ой, вторая Котя пришла. Вот. Это у меня дезинфицирующее средство красного цвета. Вы, наверное, знаете, как оно называется. Я им довольна. Вот, это белый тюльпан. До этого я обработала вот такой бахромчатый, красивый тюльпан. Называется он Curly Sue. Очень красивый. У меня есть бахромчатый, но тоже я добавила. Вот тоже красненькое, отличненькое средство. Сейчас я их все обработаю. И буду сажать. Луночку подготовлю на 3 глубины луковицы. Сами понимаете, если вот такая луковичка, надо посчитать вот такой глубины. Вот. И буду засыпать их не той же почвой, которую я вынула, а смесь песка, перегноя
и торфа. Это будет отличное посадочное место для тюльпанов. Ну и, конечно, добавлю много суперфосфата для следующего цветения в следующем году.